партнер проекта – комната природной релаксации «Биатрон.ком». Рада встрече! Буду говорить про миллионеров. Тех, у кого нет таких денег, предупреждаю, можете не смотреть. Я надеюсь, у кого есть миллион, уже насторожились и отложили бутерброд с икрой в сторону. Так вот, господа, богатым быть нынче не модно. Сейчас же сдавайте свои костюмы индивидуального пошива в городской отдел прокат костюмов. Потому что вы же понимаете, есть в городе еще 1300 человек, которые верят в то, что богатство гарантирует близость к власти и возможность влияния на ситуацию. На любую, хоть экономическую, хоть политическую. Оставьте эти иллюзии. Немедленно скромнейте. Можно до неприличия. Например, если вы считаете, что замок во Франции купить дешевле, чем особнячок под городом, меняйте свои убеждения. Зачем вам замок во Франции? Вы же обогащаете чужую экономику. Облагораживайте свою. Бог наградит вас позже. Но ведь главное знать, чего ждать. А тут мы все понимаем, чего ждать. Только награды. За смелость. За патриотизм, за риск. Оцените мое благородство. Я не назвала ни одной фамилии. Но ведь все, кто меня сейчас смотрит, понимают, о ком я говорю. Вообще, лет 20 назад быть миллионером было почетно. А сейчас опасно. И не почему-нибудь. Зависть – самое страшное средневековое чувство. Можно сколько угодно говорить завистникам, что это портит их здоровье, вредит их печени и вообще отвлекает всех от счастья. Завидуют нехорошие люди. Потому что сами ничего не могут. Ничего. Ну, не удалась жизнь. Ну, не тот вуз человек окончил. Ну, не с теми дружил. Не смог, не успел, не захотел, не заработал. А теперь жена пилит. Теща ненавидит, дети презрительно фыркают. Что остается делать? Завидовать и доносить. Чтобы уж совсем картинка страшной не казалась, могу сказать, что от этого есть средства для миллионеров любого уровня, и рублевого, и валютного. Скромнее надо быть. Время такое. С вами была я, Ольга Филипповская, и программа «Пудра».